Вот там за моей спиной посадочная полоса и стоянка самолета. Сережа Курченко, да. Один из моих инструкторов. Ты как бы? Да. Это тебя не мог один инструктор научить? Не мог. Вот беда. А это ангар. А вот это вот красного, из красного кирпича здание клуба. Вот здесь вот есть два туалета, а вот там вот на эту сторону, а вот здесь вот гостиница есть. Ну и такой вид здесь. И песики. Вот, а это, собственно говоря, и есть помещение клуба. Вот. Это теннис, там телевизор, там бильярд, тут камин и барная стойка. Дальше, если пойти, летняя площадка. Тут можно сидеть, стулья поставить, здесь дрова, здесь можно что-нибудь жарить. И вид на стоянку самолетов. Вот. А это очень важный прибор для определения направления ветра.